На базе Московского областного колледжа финансов и управления прошла информационная встреча в рамках реализации одного из социальных проектов партии «Единая Россия» «Защитим старшее поколение от мошенников». Мы выбрали для работы те приоритетные направления в стратегии национальной безопасности, которые были выделены именно президентом. Это пожилые люди, во-первых, с которыми мы уже давно работаем. Это дети и молодежь, будущее нашей страны. Молодежь страдает от мошеннических действий едва ли не чаще представителей старшего поколения. Именно школьники и студенты активно пользуются гаджетами, интернетом и социальными сетями, а значит, всегда открыты для нежелательного общения. Противостоять этому – одна из главных задач нового проекта «Безопасная страна». Учащимся подробно рассказали о существующих способах обмана, а также о том, что нужно делать в разных случаях, будь то незнакомец, стоящий за дверью квартиры, или поступивший звонок о блокировании банковской карты. Наш колледж молодой. Но мы поддерживаем все социально направленные программы. Также с удовольствием будем поддерживать и эту. Мы являемся активными представителями волонтерского движения и ГТО в Одинцовском районе. Также активно будем принимать участие и здесь. Это мероприятие не последнее. Реализация проекта продолжается. В планах партийцев провести подобную встречу в детском саду. Уже известно, что пройдет она в формате сказки. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».